Привет, магазин «Арбалеты и луки», город Челябинск. Так, сегодня у нас опять видео к товару. Это плечи оригинальные, так называемые усиленные. К арбалету жнец 410, акселератор 410. Поставляются они вот в такой коробке. Это уже от ЕК поставки. Никакой красоты здесь нет. Сам я их еще ни разу не доставал. Сейчас достанем и посмотрим, есть ли там так долгожданные отбойники, резинки, о которых мне иногда говорят, что идет в комплектации. Посмотрим. Ух ты, действительно здорово, да, действительно. То есть, как бы не голая комплектация, по крайней мере, эта поставка, по крайней мере, эта коробка. Где-то кому-то, может быть, и не повезет, не могу сказать. Но, то есть, здесь у нас установлены отбойники, то есть, это второй комплект. Тем, которые стоят уже на арбалете на вашем. И стоит резина. То есть это здорово. Конечно. Плечи сами по себе от 43-х отличаются толщиной где-то вот в этом диапазоне. То есть более толстые планки. В остальном конструктив там весь точно такой же. Тетива, троса, сами блоки, болты, колодка. Сам весь арбалет рассчитан именно на вот эти плечи. 43-е плечи ослабленные, а эти оригинальные. Ну, по крайней мере, я предпочитаю такую формулировку. То есть весь конструктив арбалета рассчитан именно на работу с данным усилием, с данными плечами. Колодка здесь двусоставная, то есть частями она сделана, фрезерованная, скорее всего, или каким-то там другим методом обработанная, более точным, но не литая точно. То есть вот так вот красиво все сделано в контексте конструкции. Ну, все те же лимб-болты, все те же резинки, все те же блоки, акселератор, ЕК-арч или сеч, стремя вот это. Так, ну колодку я завешивал, еще раз завесим, тогда и вот эту колодку, сколько она весит, будет нам интересно узнать. Весит она аж кило, ну, килограмм 800 практически. Так что вот такие вот оригинальные плечи от акселератора 400, о, да, акселератор 410. Всем пока, хорошего дня, обращайтесь, закажем, поставим, оплата при получении, предоплата, любой метод доставки, все для клиента. Пока.